Не хлебом единым, но и им тоже. Юрий Зайцев в ходе рабочей поездки по муниципалитетам республики оценил перспективы развития предпринимательства в Кужинерском районе. С подробностями мои коллеги. Вот так сегодня выглядит современное предприятие, которое смело можно назвать одним из флагманов аграрной отрасли Мариэл. Огромная площадь, 16 тысяч квадратных метров, высокотехнологичное производство, большое количество рабочих мест и почти 40 миллионов рублей налогов в бюджет республики ежегодно. Птицефабрика «Акашевская» стала отправной точкой в визите в РИО главы республики в Кужинерский район. Он самый большой цех, автоматизированный максимально. Современный, хороший цех. Продукция птицефабрики востребована и в нашей республике, и далеко за ее пределами. Как отметил Юрий Зайцев, предприятие еще не полностью реализовало свой потенциал. Во время посещения района внимание в РИО главы МРИО было уделено не только крупным предприятиям, но и малому бизнесу. Юрий Зайцев оценил перспективы развивающегося производства хлеба и мучных кондитерских изделий пекарни «Булочка». В прошлом году хозяин пекарни получил по социальному контракту 250 тысяч рублей. Это и позволило ему открыть дело его мечты. Я родился в поселке. Хочу, чтобы тут было развитие, чтобы у людей работа была, и сервис хороший, и жизнь качество было. Поэтому здорово, если будет на уровне правительства вообще гораздо большая поддержка. Давайте, давайте, обращайтесь, да, если что, там, через министра, через меня, или через главу района. Смотрите, ну, чтобы там, допустим, до меня дошло это. С удовольствием будет помогать. Счастливо вам тоже. Все, счастливо. От бизнеса к образованию. По федеральной программе в Кужинерской общеобразовательной школе в 2021 году был проведен капитальный ремонт спортивного зала. Было заменено 200 оконных блоков и более 80 дверей. Также полностью обновили инженерные сети, электропроводку. Но проделанной работы недостаточно. Для того, чтобы окончательно завершить все ремонтные работы в школе, в 2022 году была подготовлена проектно-сметная документация. Как итог, школа включена в федеральную программу модернизации школьных систем образования на 2023 год. Ну хорошо тогда. Спасибо огромное. Вам успехов. Спасибо. И да, дай бог, что через год будет достойный ремонт. И через год, 1 сентября, встретить уже в обновленной школе. Спасибо. Мы очень надеемся на вашу помощь. Да так и будет. В ходе поездки в Кужинерский район в РИО главы МРИО провел встречу с активом жителей муниципалитета и ответил на их вопросы. Первым из них стал вопрос о благоустройстве территории рядом с Домом культуры поселка. Житель Кужинерского района спросил, можно ли сделать это за счет бюджета. Это не, даже не можно, это нужно сделать. А на это я не то что думаю, я уверен, что денег на это не хватает, не хватит, наверное. Вот, поэтому мы здесь поможем. Мы поможем главе района, и вот то, о чем вы говорите, мы сделаем. Еще один вопрос касался сферы спорта. Житель Кужинера попросил Юрия Зайцева помочь с сооружением коробки для игр в хоккей. В РИО главы МРИО пообещал поддержать инициативу.